Resident Evil 2, Выжившие призраки и Забытый солдат. Сейчас мы будем за него играть. Это товарищ Ханка, который чудом остался жив, и который чудом взял этот, как его, пробирку с вирусом или с противоядием, короче, черт его знает с чем. Вот, и ему надо выбраться, с лаборатории, добраться до фуникулёра. Так, вот он, тут его предупреждают, что будут бронированные солдаты. Так, собираем с рюкзака нож и порох. Так, у нас тут автомат. Вот он, бронированный солдат. Так, ладно, побежали дальше. Так, тут пробегаем этих огненных. Пока ничего нам не предвещает плохого. Так, здесь забираем флешку. Она нам сейчас пригодится. Так, здесь комната с ликером. Но и зомби к слухам. Так, все нормально. Пробежали. Забрали порох, которого мы будем делать патроны. Больше нам ничего не надо. Бежим дальше. Так, очищаем здесь дорогу. Так, здесь забираем белый порох. И на лестницу. Так, хорошо. Так, с этого ящика мы берем магнум. Так, тут пробегаем аккуратненько. Так, и вот тут такое место интересное перед лифтом. Вот, сука. Так, ладно, нож я стратил. Бог с ним. Так, ладно. Так, все, на лифт и погнали. Так, здесь стреляем зомбика с рюкзаком. Так, все, рюкзак есть. Так, ложим этого. Так, и тут сейчас будет куст. И тут будет куст. Сейчас мы кустик тоже немножко приостановим. Так, и забираем тут желтый порох. И делаем гранату. Отлично. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, и сейчас будет интересное место. Так, вот этих надо пробежать. Так, все нормально. Так, здесь флешка. Все, проходим. Так, и пусть. Отлично, все нормально. Все нормально. Так, и лифт. Поднимаемся наверх. Ну, это полпути мы прошли. Даже, наверное, большую половину пути. Так, с этого ящика мы берем патроны на магнум. И расчищаем здесь дорогу. Отлично. Так, вот этот мужик. Точнее, какой он нахер мужик, это зомбик. Так, этот самый с рюкзаком. Так, этого вложили. Так, и тут у нас пороха много, и белого, и желтого. Так, делаем еще одну гранатку. И забираем белый порох. Так, сразу используем ее. Все. Нормально. Так, здесь мы уже перед самым выходом используем еще одну гранату. Так, уложили этих товарищей. Тут рюкзак. Делаем гранату.
и делаем патроны на автомат. Так, этого надо уложить, товарищи. Этого надо уложить, товарищи. Так, все. Так, ну и бежим к дверям. Сейчас тиран появляется. Мы его тоже ставим на колено и спокойно выходим. Все, вот он, фуникулер. Нам осталось вот эту вот дорожку пройти, чтобы нас не хлопнуло. Так. Сейчас постараемся это сделать. Так, у нас есть граната. Так, берем гранату. И бросаем эту кучу дерьма. Так. Вот же ж сука, а. Вот же ж сука. Ну как? Так, все, меня проломил. О, и бро... А этот-то откуда взялся, ага. Вот гада. Ладно, меня в конце чуть не грохнули. На те, сука, напоследок. Так, ладно, все, мы в фуникулёре. Миссия пройдена. Тут... Тут тогда она забирает наш трофей. Ну и так далее. Так, ну... В принципе, миссия тоже не такая там сложная. Нормально. 6.06. Вот и все.